Сегодня хочу вам рассказать о новом турецком сериале, который выйдет на экраны Турции уже этой зимой, а точнее в 2021 году. Главного героя турецкого сериала «Нападающий» на русском языке зовут Фатих, и он никогда не мечтал о том, чтобы стать супергероем. В его мыслях даже не было той идеи, чтобы все бросить и отправиться на спасение мира. Ему очень нравится давать необходимое познание детям, и поэтому Фатих решил посвятить свою жизнь именно этой деятельности. В его городе очень много нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов, которые давали клятву защищать мирных жителей. Наступает момент, когда герой турецкого сериала «Нападающий» начинает понимать, что он больше не может за этим всем наблюдать, и решает восстановить справедливость. Днем его все знают как простого школьного педагога, и он ничем не отличается от окружающих. Но как только наступает ночь, то Фатих превращается в самого настоящего народного мстителя. Он старается очистить город от бандитов самого различного рода, которые считают себя здесь хозяевами. А мы напоминаем, что турецкий сериал «Нападающий» выйдет на экраны Турции уже в 2021 году. А точнее, 1 января. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.